Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу рассказать вам о магазинах таких вот знаменитостей, как Полина Гагарина, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Очень интересно наблюдать, как артисты, исполнители, телеведущие открывают свои магазины и что продается в таких вот магазинах. Например, Полина Гагарина, вы можете вот наблюдать, стиль у нее в основном идет такой стрит-стайл, обычный, это футболки, толстовки, и именно будут с ее изображением, либо это может быть ее подпись, фотография, слова могут быть с ее песен. Ну, если честно, очень интересная фишка, я думаю, то, что поклонники Полины Гагарины, они могут оценить это. И я думаю, что все скупается очень быстро с прилавок, потому что я слежу за ее инстаграмом, и постоянно там написано «продано», 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 либо «скоро в продажах», «скоро в продажах». Это обозначает то, что как бы ее бренд славится успехом, и довольно-таки это все быстро раскупается. Ценовой сегмент в ее инстаграме это от 900 рублей до 1500 рублей, до 3000 рублей за свитшот. Получается, легкие вещи, такие как футболочка, вы можете приобрести до 1500, а изделия, которые идут уже немножко с удлиненным рукавом, из другого материала, из более плотного, цена составляет 3000 рублей. Если вы фанат творчества Полины Гагарины, то я думаю, то, что вас эта новость достаточно порадует, то, что вы можете приобретать вещи в ее инстаграм-магазине. Второе – это Ольга Бузова. У нее уже давно, на протяжении нескольких лет, свой идет интернет-магазин в инстаграме. В нем очень большой различный ассортимент. Это могут быть и футболочки, это могут быть и мини-платья, и какие-то миди-платья. Ткани точно так же она выбирает различные. Это может быть и шелк, и хлопок, и пайетки, и трикотаж. Точно так же Оля использует в своих футболках какие-то надписи, принты со своих песен. Есть очень интересные какие-то элементы в одежде. Ценовая политика идет в ее магазине, это от 3000 рублей до 10000 рублей. Я думаю, то, что это вполне нормально. При этом модельки у нее идут недостаточно, конечно, оригинальные, чтобы прям вау. Это идет обычный масс-маркет, то, что вы можете пойти и найти там на базарах, в Заре, в H&M, ну... Это идет обычный масс-маркет. Почему из одного магазина в другой магазин вы можете там одну и ту же историю о одинаковых моделях и одинаковых тканях? Потому что очень невыгодно предприятию разрабатывать какие-то оригинальные вещи, потому что это идет как масс-маркет. И каждая модель идет в градации, поэтому это достаточно такой трудоемкий процесс, поэтому легче всего отшивать какие-то обычные простые вещи без усложненных модельных линий. И третье, конечно, я хотела бы вам сказать, это о магазине Ксении Бородины, который называется Bang Bang. В основном у нее идет такой спортивный стиль, стрит-стайл, это спортивные костюмы, точно так же какие-то футболки, свитшоты. При этом все это может быть с надписью ее бренда Bang Bang. Ценовая политика идет от 1500 рублей до 7000 рублей, до 15000 рублей. Все зависит от модели, от того, что вы хотите приобретать в ее интернет-магазине. Также я бы хотела вам сказать, то, что в каждом из этих магазинов, которых я вам сейчас назвала, то, что Полина, Оля и Ксения, они все демонстрируют свою одежду на себе, как бы продвигая тем самым свой бренд. Я считаю, что это очень даже классно, то, что они уделяют свое время своему интернет-магазину, своему бизнесу, то, что они таким образом популяризируют это, и через интернет-странички также можно будет узнать, то, что у них и существует интернет-магазин. Потому что не каждый человек об этом знает, то, что у них есть свои магазины. Если вам понравилось это видео, поддержите меня мощным лайком, подписывайтесь на мой канал. У меня очень много разных интересных видео на разные темы. Поэтому обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Надеюсь, что вся информация, которая была в этом видео, вам понравилась. Вы что-то узнали для себя новое, интересное. Поэтому вам всем желаю хорошего настроения и всем пока-пока!